Уже более 20 лет турнир по спортивным бальным танцам «Надежда» считается в Анапе самым популярным и традиционным. Поэтому мы всегда с большим удовольствием встречаем танцевальные пары не только нашего Краснодарского края, но и Южно-Федерального округа. И сегодня мы ожидаем к себе на нашу традиционную встречу более 500 танцевальных пар, также солистов, которые будут танцевать сегодня весь день и радовать своим мастерством всех, кто придет на этот турнир. Участники выступают в двух номинациях. Это спорт высших достижений, где участвуют профессионалы, и танцоры массового спорта. Это начинающие спортсмены, восходящие звездочки. Возраст участников от 5 до 50 лет. В жюри профессиональные танцоры и хореографы со всего Южного федерального округа. Конкурсантам пришлось выложиться на полную, чтобы доказать свое превосходство. По итогам соревнований в общекомандном зачете третье место досталось коллективу из Темрюка. На втором – танцоры из Новороссийска. Победу, как и в прошлом году, одержали творческие коллективы из Анапы.